Ну что, друзі, запускаємо новий челендж «Розпаковка подарунків від підписників». Оце все море подарунків прислало нам. Так. Не знаю, чи Ніки, чи Мальку, ну, мені так точно ні. Це нам прислала Олександра Максимівна. Фамілію не будемо говорити, мабуть, да? А то не всім нравиться. Подобається, як це наоборот, всім нравиться, звісно. Хорошо. Крючігіна Олександра Максимівна. Саша, дякую вам велике за те, що ви писали цю посилку. Да. Дуже велике дякую. Ми вас любимо. Часненько, привет. А какой город, кстати? Кам'янська, Дніпропетровська область. Ну. О-о-о. Ого. Що там інтересненько? Я боюсь громко відкривати, у нас там... Да, у нас спить, у нас босс молокосос. Я просто могла порвать, но будет громко очень. Вау. Это сенсей? Это пакетик сенсей? Наверное, пакетик сенсей. А, там что-то розовое. Да ладно. Вау. Что? Вау. Что это? Ну. Это я знаю, штучка. Это... Что за такое? Это Nibbler. Nibbler. Это когда... Ну, я, если честно, сама четко не знаю, что это. Это когда ребеночек уже начинает кушать, ему сюда всовывают там или бананчик, или там что-то там, игрушка, короче. Он типа ее сосет, и как этот... Класс! Еще класс. Голубой. Это Саша, да, все прислали? Да. Саша, не подякую. Спасибо. Це дівчинка, правильно? Це дівчинка, Саша? Олександра. Олександра. Мальчик, це дівчинка. Ну, Олександра, да. Перчаточки і шапочка, наборчик. Диви, все нове, вообще. Клас, да. Фокс Банні какой. Блін, Олександра, дякую велике. Вау. Смотри. Ще одна. My little bear. Класс. Я б такой, а я, блин, натяну, я б тоже такая носила. Да, на меня, кстати, налезет. Если... Блин, вообще, боже, какие у нас подписчики. Ну, ё-моё, ну что ж это такое? Это прям... Класс. Поблагодари её потом в Инстаграме, обовязково. Так, ты подожди. Не просылай, я разберусь. А, хорошо. Да, я в курсе дела. О, это чай. Это, кстати, я очень люблю такой чай. Это наборчик. Что это за чай? Покажи, это очень... крутишь, я начну набрать. Так я открыть хочу, блин. Ты хочешь упаковку показать, людям, чтобы бачили? Ловари. Угу, все, класс. Сейчас. Я просто хочу... Я ж не хочу порвать, я хочу красиво. Блин, не могу достать. Ты неправильно открыла, она сбоку, бачишь, открывается? А вот это что-то, да. Не, класс, давай. Только не порви. Вот. По-моему. Нет. Чи не? А, може, да. Ладно, потом. Я хочу просто красиво открыть. Это чай, да, реально? Да. Вау, носочки. Кстати, я хотела сказать, что я так люблю носочки. Это так. Это не намек, но это, ну, такое, в общем. Это микро-намек. Я очень люблю вот такие вот всякие носочки с котиками, зайчиками, всякими там... Винни-Пухом, смотри, с Микки Маусом. Ну, это же на тебе, а малому. Да ладно, что, серьезно? А я уже собралась их надевать. Я думала сначала, что это конопля, вот так, если смотреть. Ну, кому Микки Маус и пальмы. Кому шо, кому конопля. Это какой-то вот этот кот с... Забыла. Томми Джерри, может? Нет? Нет, это не Томми Джерри, тут птичка. Я не... В общем, кто знает, Джонис Тонис, я не знаю. Вау! Ну, в общем, классно. Блин, Женя, я тоже хочу. Я начинаю Лёлику завидовать. Ну, Машушка, бачишь, какие у нас самые такие. Ой-ой-ой-ой. Вау, это погремушка, да? Вау, да. Это кукуруза. Блин, класс. Блин, вообще бомба. Все будет Украина. Боже, классно. Вот эта девочка постаралась, скажи. Вот это постаралась.
Я буду собирать. Давай. Кстати, у меня, я хочу сказать, у меня уже начинается коллекция всяких открыток и писем, которые пишет мне Женя. Я уже первая была Сониная. Листочек вот тут. Да? Да. А что ты говоришь, которые пишет мне Женя? Ты сказала все открытки, которые пишет мне Женя. Да, ну пересмотрим. Мне кажется, я так не... Ладно. Я отвечаю, клянусь. Ну, значит, ошиблась. Которые пишет мне Женя. Письма, которые пишут... Письма и открытки, которые... Блин, я растерялась. Да? Я правда так сказала? Да, я все... Письма и открытки, которые... Ну, да, может быть. Видишь, постоянно ты у меня в голове. Письма и открытки, которые присылают в посылках подписчики. Это уже второе. Первое было Соня. Приветик, дорогие Ника и Женя. Кстати, очень красивый почерк. Сейчас покажу. Поздравляю вас с рождением сына. Пусть Лёлик растет здоровеньким. Я не знала, что вам подарить. Вещей у вас на Давидика много. Но я все равно решила сделать вклад вашему моднику. Надеюсь, вам понравится. Вот. Кстати, красивый почерк очень. Да? Да, хорошо пишет. Да. Классно. Спасибо, Блин, класс! Владыка. Очень красивая открытка. Да, подожди. Спасибо большое, Саша. А, так ты еще не все? Да. Это тоже по-моему? Вау! Боже мой, сколько всего. А я, кстати, хотела, мама мне говорила моя о том, что нужно купить погремушки. Это типа кукуруза, это... Блин, ты прикинь, сколько нам дарят, как нас любят. Баклажан. Так приятно. Класс! Вот это то, что я хотела, и то, что мама заставляла меня купить погремушки. Класс! Саша, спасибо большое. Блин. Аж очень, приятно, да? Очень, да прям ты что, так приятно вообще. Очень приятно, спасибо большое. Я прям, вот дарят Давиду, а радуюсь я. Ну, я так не радовалась, когда мне подарки дарят, вот серьезно. И я дуже радуюсь, что так прикинь. Далі Давиду, а радуюсь я. Скажи, Ми настоящие, значит, с тобой мама и папа. Да. Та и у нас настоящие підписники. Ты подиви, как они... Саша, спасибо большое. Да. Вы просто супер-пупер. Блин, я такая довольна, класс. Спасибо большое. Огромное. Что дальше? Какая следующая посылка? Так, дальше. О, здорово. Харченко Катерина Олександрівна, місто Харків. Харків, боже, у них там воєнне дійство. Да, Катюша, да, дякую тобі велике, то, що постаралася в такий складний час у війну. Я знаю, що вас там бомблять. Так, да, так, да, так. Да. Ми навіть побоялися їхати у Харків, коли з Віталіком купляли автівку. То я це розумію. Да. Тебе. Дуже дякую. І бачиш, то перша посилка Дніпропетровська область. І це Харків, так? Да? Так. Да. Вау, такая большая. Ну все вообще здоровое нам. Сейчас, я оставила ее на десерт. Блин, сейчас. Я так люблю открывать посылки, вот так рвать их. Мне так нравятся вот эти все коробки. Мне просто никогда такого не было, там каких-то таких подарков. Тебе никогда ничего не дарила, да? Ну, таких типа подарков, коробков, там всякое. Что а можно... вообще жить, тебе что-то дарила? Блин, ну хоть что-то дарили, а что я подумала? Не, ну вот так, а, ну... Так, це сраний вопрос. Вообще? Откуда тобі могли підписчики щось дати? Так, а що, вопрос про підписчика? Да, да, я просто під нашою аудиторією. Так, держи, вони не будуть дарити. Вау! О, це я знаю. Да. Вау! Ігрушка! Это Ё-моё. Яблоко, Apple, назвем его. Apple. Это Люлик. Да, Люлику, спасибо, Катя. Ой-ой-ой, это игрушка. Мы, наверное, сами будем играться. Так. О, май гад. Вау, шапочка. Боже мой. Тоже все новье. Боже мой, как приятно. Смотри, такая. Люлику, а приятно мне. Так, да, ты что? Веки классные. Блин, все новое, все с этикетками. Ты что, ты что? Это комбинезончик. Дуже классный. Дуже красивый. Класс. Класс, я так рада. Ух ты, я отсышу такое. А то это что-то. И все запакованное, блин, что даже не откроешь. Сейчас. Все старается. Боже, Давид, тут тебе такие подарки. Давид спит и даже не догадывается. Не спит, да. Он вот эти соску фигачит, да. Он соску фигачит.
это бодик. Вау, я бы такой тоже носила, скажи. Дуже красивый. Класс. Дуже красивый. Класс. Блин, Женя, я тоже такое все хочу. Боже, все новое, все с этикетками. А ну покажи, покажи, да. Боже, зайчики, лисички, ватмедики. Класс. Блин, я... Блин, Женя. Боже, не даром я в таку справу блогінга начав канал. Скажи, посилочки. Да, я тільки зараз розумію, наскільки ми людям важні, наскільки люди... Стараються. Блин, наскільки стараються. Я дуже вас люблю, я взагалі... Одна просто... дівчинка говорила, нужно помогати друг другу. Це правда. Вона відправила посилку і сказала, що вам ще потрібно для довіри. Ні, вони молодці. Надо якась, мабуть, буде наша допомога. Ми поможемо вам, дівчата, без проблем. Це не то, що там, якщо нам щось висилають, то ми там щось комусь об'язані. Ні, ми просто... Ви нас дуже сильно любите, і це дуже приємно, аж до сліз просто. Да. Це реально приємно. Просто не кожен так може от своїм кумірам дарити. Ви просто супер. І це навіть подарунки не нам, а нашій дитині. Так що це... Ну, це приємно. Трижди приємно. О, это ты уже на большую. Класс. Прикинь, какой модный. Офигеть. Да, это будет уже больше. Ты прикинь, какая у него есть рубашка. Ника. Да? Ты вообще что? Козырь. Интересно, блин. На сколько это лет? Не знаю, будет уже, наверное, на 3. Тримай добро, видишь, написано. Угу. Тримай добро. Прикольно. Ё-моё. І Боже. Постарались, все так позапаковували. Та тому що люди, блін, реально нас люблять. Мені тільки... Ой-ой-ой, ну покажи. Йоханий, проханий. Вау. Блін, я б такое тоже носила, блін. О. О. Это такие, типа, штанцы-лосинки такие, наверное. Та ти шо, блін. Такие, вот это и вот это. И рубаха такая. Офигеть, о. Офигеть. Ну, это уже на побольше, это на поменьше. Боже, что еще? Ё-моё. О, тримай добро тоже. Блин, прикольно. Наклеечки придумали. Ой. Могу открыть. Бей посуду, я плачу. Бей посуду, я плачу. Точно. Боже мой, это, наверное, носочки или что? А не знаю. О! Салфетки. Класс. Да, это нам надо. Это нам тоже надо. Салфеточки. Эко какие-то салфетки. Это хорошие, значит, если это. О, это нам. Зубные щетки. Это ты казала, да, что девочка нам зубные щетки, да? Да. Я, кстати, обожаю покупать нам Жене одинаковые расчески. Я говорю, расчески. Зубные щетки, ты великая. Мне розовая, Жене голубую. Видишь, дякую. Как дуже класс. Це вообще... А это мне... Это тебе? Ну, мне хоть щетка, так что... Ух это ты! Это мне бонусы. Откуда ты знаешь? Ты девочка писала? А девочка мне писала. Ничего себе, класс! Смотри, я пицы джинсы. А ну, иди одевай, бегом. Так я могу. Или зараз одевай. Вперед. Вау! Ты что, она еще с размером угадала, чи что? Будет смешно, если угадала. А ты наказала размер? Нет. Вона так угадала. Все, угадала. Боже, як по ці джинси. Все. Катя, я тебе люблю. Ти умничка. Ну, диви, як під ці джинси йде. Дай Ніка, посмотрю. Я так тобі хотів, щоб ти кофту купила. І під білі тапки чи кроси. Отвечай. Скажи, як тобі красиво. Боже мой. Ти просто красотка. Катя, ну ти просто... угадала прям вообще. Я не знаю, як вона угадала. Тобі навіть в рукавах воно... Диви, яка ти крута, бля. Ти така крута. Воно іменно йде під ці джинси, Ніка. Воно дуже класне. У тебе дуже, дуже крутий образ. Що я тобі скажу? Прям как будто знала, в чому я буду одягнута. Боже, яка мама у сина у Давіда нашого красива. Йо-маю. Зараз я ще 2 мл вколю і буду вообще ракет. Ти мій космос, а я твоя планета буду. Так. Хто? Катя. Спасибо тебе большое. Ты вообще зробила сьогодні наш день. Да, Саша, Катя, сейчас еще одно откроем. Боже, так приятно. Боже, ну блин, ну тебе та кофта йде. Кофта? Я не знаю, как она на самом деле. Катя, ты просто угадала. Я шокирован. Просто дуже красиво. Я так хотів її якусь кофту, говорю, Ніка, вибери собі, купи якусь собі кофту вже. Купила собі штани, купи собі кофту. Вона ні-ні-ні-ні-ні, на, ти прямо угадала. Це дуже приємно. Спасибо большое. Да, Катюша, спасибо велике. Да, сейчас еще одно. Девочки умнички, ох і умнички.
Вот. Так приятно. Блін. Повторюсь, если кто-то хочет нам еще прислать посылку, не обов'язково для нас, там, для нашего сына Давида, ну, или для нас. Лежит. Або если, ну, да. Или для меня косметику, например. А может не косметику. Або якусь, блин, дави кофточку тебе красивую, вообще бомба. Да, вещи я тоже буду. Что будет кофта от Кати, будешь так и называть. Это скажешь, мне приятно, скажешь, нам девочка, которая нас любит, смотрит, прислала. Так щоб висилайте нам, пишіть нам в інстаграм, ми вийшлемо адресу та номер телефона. Вау! А це хто? Від кого це взагалі посилка? Ой. Это... Ні, там друга десь наклейка є. Ні, написано вот. Отеченко Олександр. Ні, там ще була одна наклейка, я бачив десь. А це що тут? Ось тут, по-моєму. Вот, подожди. Да, десь там. Ой, Нестеренко Тетяна Михайлова, вибачте. Михайлова? Нестеренко Тетяна Михайлова. Да? Может, так, Михайловна, а не Михайлова? Так написано. Да? Иди сюда, посмотри. Значит, от Тани. Все. Если мы что-то неправильно сказали, вибачте. Михайлова. Да? Михайлова есть. И на такое. А. Ну, не має значення, головне, що Таня... Я... Ух ти! Та ти що, Ніка? Боже мой, який він красивий! Ну, да. Да? Ніка, вообще, я влюбився в цей, короче, комбез. Клас! Боже мой. Представляєш? Чого нам так при... Ого, та тут чуєш, тут вообще космос. Ого. Боже мой. Ой. Боже мой. Носочки. Это на зиму. С снеговичками. Класс! Ника, ну все, це ми, короче, реально вже запаковані. Нас запаковали подписчики. У нас ви, друзі, ви нас просто запаковуєте. Смотри. Йоханий. Клас, і нове все з бірками. Та дуже вообще класно. Клас. Шапки! Смотри, які круті шапки! Боже, ого. Девочки, я не знаю, як вас благодарить, ви просто, ну, ви нереально сумасшедші дівчата. Дякую вам велике. Смотри, яка шапка крутая. Реально кайф. Блін, клас. Ніка, я не знаю, прикинь, скільки вони коштів тратять, вони на це, щоб нам зробити... Смотри. Надо, короче, відосів більше-більше знімати для них, бо вони нас люблять дивитися. Да, я постійно ждут її. Смотри, класс, какая хочешь. И коричневая, и красненькая, и зелененькая. Да, Женя, она, блин, так Я такую хочу шапку, прям, блин. У меня тоже таких нема вещей. Ё-моё. Смотри. Ника, ну это просто вообще, блин. Блин, у него шапок, блин. Ну, ты представляешь, сколько у нас рутины, блин, а уже одяга? Мы уже не знаем, блин. Мы не знаем, куда теперь класть-то все. Смотри, какая мягенькая, потрогай. Потрогай. Да я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, все таке нове, все таке приємне, таке все. Боже, дівчата, я вас люблю. Таня, ну, ти просто ще. Ви супер. Клас. Вот это да. Ты что, целый магазин нам прислала? Чи что? Я не понимаю. Смотри. Ты подиви, сколько вещей. Это просто, ну... Класс, класс. Это лев? Это? Не знаю. Нет, это панда. Та что ты это? Это куала. Куала. А. Это куала, ну, да. Ну, не знаю. Боже, у нас тут... Нам начали магазин выслал, но я не знаю. Боже, это блин. Модик. Боже мой. Ніка, це все, ну, не смішно, у нас дуже багато так речей. Так, я не сміюсь. Hello, New York, нічого собі. А, це костюм, походу. Да. Вот, смотри. Вау! Офігеть. У нас самий модний син буде. Я вам скажу, що це самий модний син тільки завдяки вам, благодаря вам, нашій аудиторії. Я безмежно кажу вам дякую. Спасибо. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это на такого уже. Побольше. Та Ніка все равно, так він, дитина росте, вони всі знають. О. Я так понимаю, ці подарунки не закінчаються. Ой, какая класна. Я люблю, боже мой, я обожаю.
Я все хочу этот бодик Мишка с ушками там. Да, кстати, я тоже, я мечтаю, что мы уже купим его, блин. Там где полностью ножки, ручки закрыты и ушки на капюшоне. В типа медвежонок, да? И давай купим такого. Так, я тоже могу в интернете найти. Це нам сейчас надо на нього, да? Ну да, очень же. На маленького. О. Слушай, це Таня, конечно, вообще. Стар, смотри. Це прям, блин, наче. Це прям наче магазин. Ну чесно, блин. Танюша, блин, безмежно, безмежно. Смотри, дякую. Смотри, вот это. Все, да. У нас цілий магазин уже. Ти представляєш, скільки нас речей? Ніка. Это на 6-9 місяців написано. Та може мене розпечатати кожну, ну це ж вообще. Ну посмотри же. А ти складеш потім отак все? Ні, а куди я складу? Пакети порвані все, куди я це складу? Не складу. Ой-ой-ой. Щоб ми просто теж акуратненько тоді складували собі десь. Ой, ну, клас. Пакети. Ой, клас. Що це таке? Прокладки. Тампони. Тампони? Ну ти ж бачиш. Да, кстати, тобі це надо. Мало. Ого. Вау! Пачки? Может, что-то мне перепадет, а ну? А может, что-то мне? Прокладки. Прокладки. О, это надо такое. Блин, шапок у него, блин, уже на 100 голов. Класс. Класс. Короче, у него будет на каждый день шапка новая. Мне кажется, у него будет на целый месяц. На каждые 3 часа у него будет. Да, на каждые 3 часа новая шапка будет менять. Он будет каждые 3 часа переодеваться. Вот шапочка беленькая. Вот, ой, вот это он будет, блин, вообще хипстер, блин, прикинь. Вот в таких крутых шапках. Ё-моё. Я, о, это что-то интересное. Ой. Это что-то такое, мне нравится очень. Да? А что это? А ну. Боже мой. Ого. Женя. Я не знаю, но мне оно очень нравится, оно мягкое. А что это такое? Это полотенце, Ника. А может это плед? Или плед. Нет, это плед, наверное. Это плед! Боже, який красивый! Вау! Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Смотри, смешка, блядь. Это плед. Красивый. Боже, под цвет кухни нашей. Это плед, да. Класс! Ты представляешь? Я очень люблю такие пледы. Вообще. Да ты шо? А что да? Смотри, сколько тут всего. Это зубная паста, да, наверное? Ну да. Наверное, ничего себе. Еще одни щетки. Тоже щетки. Иху. Откуда они знают, блин, что я такое люблю? Тупо щетки. Пойти. Может, ты здесь видео сказала, поняла? Люди наблюдают. Бутылочки! Женя! Вау, то, что нам надо. Интересно, на 250 грамм? Блин, бутылочки. Подивись, вдруг 250 грамм. Нет, наверное, не 250. А мне кажется, 200. Да, 200 больше. Да? Да. Класс. У нас есть одна 150. Я обожаю бутылки вот эти детские просто. Я только Жене говорила о том, что нам надо бутылки. Да ты шо? Да, ты только сказала. 150. А нет, подожди. Вот 150, то если вот это, то сколько это? Да тут десь 250 грамм, а ну да. Нет, здесь 200, наверное. Или это 200, наверное. 150? Я думаю, десь класс, блин, нам так нужны были бутылки больше 150. Оце как раз больше 150. Ось вот только 150, чтобы вы понимали. Оце, ось эта бутылка, все, сейчас можно уже давать. Бо у нас он кушает уже по 120 миллиграмм. Блін, Таня, ну це ви просто вот угадали. Вот это угадала просто. Тупо угадала з бутилками. Ай-яй-яй. І тим более я обожаю прозрачні бутилки вот з білими штучками. Я просто, блін, моя любов – це не цвітні бутилки, а білі і прозрачні. І просто, блін. Боже, мені не віриться, що це нам взагалі нашому сину висилають. Прикинь. Ти представляєш, це раз... добрі люди, люди, які дивляться відео. Це не якісь наші там, ну як, не наші не близькі друзі, да? Іменно, а люди, які, блін, ну які не з нашого міста, але наскільки їхня любов пронзає
Я просто я не знаю. Ну, мені дуже важко підібрати ці слова. Я вражений, реально дуже вражений. У нас же бутылочка на 150, и он уже, ну все там, он есть. Мы ее даже разбавлять даже важко, потому что она полна, да? На 150, и нам надо было на 200-250. Где-то на 200-250. И тут как раз идеально, на 200 бутылка, идеально. Он как раз сейчас по 120 ест. Прикинь. Класс. Все, Ника, ну это просто... Это очень нужно. А плед, я вообще балдею от пледа. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Кедики. 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 Класс. Женя. Детские зубные щетки. Ё-моё, ай-яй-яй-яй-яй. Боже мой, это приятно. Это, наверное, она совсем маленькая. Боже мой, как вот, приятно. А вот, смотри. Да подожди. Это на 0,2 месяца, да? Угу. А это на 3,6. Класс. Боже мой, как приятно. Вау-вау-вау. Я, наверное, одну заберу и буду сама чистить зубы. Я здесь заберу, буду тоже чистить. Тогда мы заберем вот эти. Это, блин, если что, шутка. Ну, но да, хотелось бы. Класс. Это... Женя! А-а-а. Это у нас, когда будет второй ребенок? Угу. Да ты что? Девочка. То это будет Лёлику, вот это синяя. Угу. Зеленым, а вот это мы оставим девочке. У меня спрашивают, хотим мы второго ребеночка или нет. Ну... Ты хотел бы со мной второго ребенка? Давай сначала одного поднимем на ноги, а потом уже думать. Так это что, через 18 лет мы будем думать, захотим мы второго ребенка или нет? Ты уже не сможешь через 18 лет ничего делать там. Откуда ты знаешь? Ну я так думаю, что ты уже не захочешь. Так хочешь или нет? Хочешь. Ну все. Так. Вау! Ничего а я себе. Не знаю, что это я такое. Я тоже не знаю. Это, наверное, эти пеленочки. Ну, может быть. Надо я сейчас думаю, посмотреть. Вау, блин, Таня, я в шоке. Это прям целый, я не знаю. Вот это подарок прям, я даже не знаю. Та дівчата просто вообще, блін, всі дівчата подарили, да? Да. Ну, хлопця нема. Так на мене підписано 97% дівчат і 3% мальчиків. Да, це пеленочки. Да, в пеленки я був. В самолетики. Справ. Собака нарисована, наверное. Да, щось таке. Миша. Ні. Це миша. А, ну може, я кстати, уши. Я говорю, миша. І вот самолет. Это что-то самолет. Ну, все, летчик буде. Вау, я в шоке. Боже, як приятно. Та, а що це такое? Що таке? Це, мабуть, полотенце. Это что-то ноги нарисованное, видиш? Это коврик, да. First steps? А, перші шажки. А ну, да. А що це значить? Ну, я не знаю, може просто коли він буде ходити, типа такі коврики були. Учить його ходити. Я не знаю, що це таке. Це типа не слинявчики, ну, блин. Не, я так не думаю, но я у Тани спрошу, пусть она мне объяснит. Опа. О, это что-то внушительное. О, ты что с Брайан, ты что с Буда Мама Нигей выбрать? Да ты что, блин? Да ты что, медвежонок! Ушами! Похож на то, что ты хотела, с медвежонком. Да! Похож дуже. Это с ушами. Вообще кайфанок. Вообще. А мы вообще, только с тобой вообще. Говорили, блин. Класс, боже смотри, мой. Какое приятное. Мне блин. Нравится дуже, блин, что он желтого цвета. Ой, какой, блин, на ощупь. Ой. Нет, и тут потрогай вообще. Внутри. Как называется? Блин, все с этикетками. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Боже мой. Сейчас досмотрим. Боже вот это мой. Да! Вот. У меня такое впечатление, как будто у меня день рождения. У меня, наверное, даже на день рождения столько подарков мне дарили. Боже мой, как я вас люблю, девочки. Я вас всех люблю, всех своих подписчиков, всех Никиных подписчиков. Все равно от меня дуже багато до Ники поприбігало, так что у нашего его общий. Так что... А у меня дуже... уже без там... Пару человек, 25 тысяч. Блин, это пипец. За полтора месяца, это даже меньше, чем 25 тысяч. Это за меньше даже. За полтора. Это штанишки. Офигенные спортивки. Ай-яй-яй.
Все как папа любит, да? Все как прям я люблю, как в лучших домах Парижа. Класс! Вот это да! Не, реально класс. И кофточка. Ай да кайф. Смотри, сколько вещей. А Лёлик спит, блин, и даже не догадывается. Да, малый спит, он, блин, и не догадывается, сколько у него вещей. И знаете, что самое приятное? Что дитина, когда вырастет, она будет передивляться эти все видео и просто будет знать каждого. Таню, Катю, Сашу, да, там, кто еще, кто нам еще передавал? Соня. Кто еще девочка игрушку нам передала? Маша? Маша. Мы уже пам'ятаем у вас, вы, наша родина уже. Или Марина. Или Марина, да, я просто тоже не помню. Маша или Марина. Я тоже не помню. Ну, в общем, не важно, але, девочки, не обижайтесь, если мы десь когось забудемо, потому что уже дуже багато нам присылають. Присилайте, ви будете дивитися, ви, я вам скажу так, це все історія. Це все уйде в історію життя. Давид виросте, він буде чути, він буде бачити, хто для нього старався, як любить його аудиторія, як любить його ви, підписники наші. Дякую вам велике. Ну, що ти хочеш сказати? Я ж це хочу сказати. Угу. Спасибо большое Саше, Каті, Тані. Очень приятно, так приятно, что даже нечего сказать. Вот прям аж на душе тепло очень. Да. Спасибо большое, очень приятно. Мне не было приятно, даже вот когда мне на день рождения дарят подарки. Мне кажется, что даже на день рождения меня не так искренне поздравляют, как вот девочки, которые стараются и делают такие подарки. И я обязательно, когда выйдет видео, всех отмечу в истории, скину ваши ссылочки, и вообще, чтобы все мои подписчики знали о том, какие у меня хорошие девочки, которые радуют меня, Женю, и что не есть самое главное, Лёлика Тере Давидика. Но это очень приятно, что есть такие хорошие да, люди, которые делают вот просто так. И они даже не говорят, не надо это меня там нигде отмечать, это просто так, вот просто хочу сделать подарок. И вот я никогда не понимала, как это вот просто, ну, как человек может хотеть сделать кому-то что-то хорошее просто так. Ну, вот как оказывается, могут. Это очень приятно. Да, дякую, девчонки. Ладно, что еще хотела вам сказать? Так, а у нас же еще. Еще? А, еще? Ну, сейчас скажу. Девчата, подписники, це все був пранк. Це всі посилки купив я, запакував і подарив їм Ніки, короче. Да, Ніка, давай признаємося. Та ні, це шутка. Реально шутка. Давай, открывай, что тут еще есть? Я даже догадываюсь, что здесь. Не могу показать малого. А, это уже эти? Фотки, да? Да. Фотки с роддома? Да. Ё-моё. Я таки бачу, что что-то просвещается. Ну ладно, после Кристин? После, да? После крещения? Чи як там? Просто, коли крещения. После крещения дитини мы обязательно вам покажем эти фотографии. Зараз не можем. По деяким причинам ви знаєте. Та давай потім вместе подивимося. Ну, ладно, 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 а це потім Женю посмотрим. Відкроємо. Давай. Це теж ми заказували. Так, це вже ми заказували. Вау! Ребята, у Ніки скоро день народження, 23 сентября. Это не намек? Ну... Да, це не намек, просто щоб ви знали, так що вітайте її в Інстаграмі. Як ви думаєте, ребята, на кого похож наш ребенок. Наш Давид. Мы сейчас вот откроем тайну. Одним поворотом покажем, на кого. Реально. Это даже копия того, с кого сдерли всем відомий мультфильм. Как вы думаете, какие варианты у кого? Вот это наш сын похож на этого героя. Вот честно, без звезды. Так. Раз, два, три. Это босс молокосос! Ребята, реально, наша дитина дуже сильно похожа на оцього малюка. Це босс молокосос. Це відкрит, ну як, карточки. Ну, это знают, да. Да, ви всі знаєте, що кожен фотографія робиться. Чи як? Каждый месяц делается такая мини-фотосессия на месяц, два, три, чотири і до годика. Скільки це коштує, ти заказувала, не помниш? А, я не помню, вроде 170, вроде, или 150. Класс. Дуже класно.
Ну, точно наш малий, точно наша дитина, прям вообще один в один. Ну що, друзі, всім дякую. Дякую, що були з нами, дякую, що дивилися, ставили лайки. З нами разом, я не знаю, радувались, ну, вообще, дуже приємно. Ну, спасибо большое. Спасибо всім. Очень приятно. Всем. Мы вас любим! Любим!